В Сталинке на Ленина завершается ремонт кровли. Работы в финальной стадии. Об этом в программе «Диалоги» на городском телеканале сообщил мэр Артем Молчанов. Напомню вам, крупный пожар в доме 18/50 по проспекту Ленина вспыхнул в середине марта. В нескольких местах кровля обвалилась. В апреле сделали временную, чтобы избежать протечек. В мае начались работы над постоянной. Часть жителей после пожара покинула квартиры. Некоторые до сих пор не вернулись в родные стены. Делают ремонты и приводят в порядок жилье. На сегодняшний день те противоаварийные мероприятия, которые направлены на устранение чрезвычайной ситуации, выполнены, значит, и работы приняты у подрядчиков. Сейчас на объекте завершается работа фонда капитального ремонта по ремонту кровли. Восстановлению и ремонту кровли. То есть это уже следующий этап работ. Они находятся в финальной стадии. Сама кровля смонтирована. Значит, сейчас, ну, как мы говорили, до наступления, значит, осеннего периода кровля смонтирована. Сейчас остались работы, которые, ну, связаны с частью там, элементов, которые необходимо завершить, и укладкой утеплителя. Для того, чтобы дом мог спокойно войти в отопительный период, необходимо вложить новый утеплитель, вот, и обеспечить полностью тепловой контур этого объекта. На сегодняшний день есть вопросы определенные, которые жители задают. Они задают вопросы по своему имуществу, которое в результате пожара в определенной степени пострадало. Я, ну, могу сказать, что с точки зрения законодательства и федерального, и регионального, те выплаты, которые по закону полагаются в связи с чрезвычайной ситуацией, с пожаром, они были сразу же определены и произведены. У нас на сегодняшний день все эти обязательства со стороны социальной защиты выполнены. Вот. И, собственно говоря, если остаются вопросы по ремонтам, то здесь необходимо решать уже их в гражданско-правовом порядке.